Еще один вопрос, господин Розенблат. Господин Розенблат, а можно, если объясните мне, пожалуйста, просто у меня может плохо с воображением. Субсидии. Это тоже инвестиции, я так понимаю. Только секундочку, это инвестиции в энергокомпании, которые принадлежат олигархам, которые, получив эти деньги из бюджета Украины, выводят их в офшоры. Я правильно понимаю? Я могу ответить. Вы просто не разумеете, я против механизм субсидий. Я хочу сказать, субсидия Газпрому. Не Газпром, место нашей компании. Еще раз, не субсидия Газпрому. Да. В 2014 году и министр, замминистра финансов Америки. Всем Газпромом, все про нашу, расскажите.